Самое вкусное из всего, что может быть. А, ничего себе. Выбираем. Цимес или сладкая тушеная морковка. Кроме нее нам понадобилась курага, чернослив и грецкие орехи. Морковку мы нарезали соломкой и забросили в кипящую воду. Когда морковь закипела, мы добавили мед и оставили тушиться минут на 20. Потом мелко нарезали курагу и тоже отправили в кастрюльку. Следом изюм без косточек и корица. Тщательно перемешиваем, выкладываем нашу сладкую вкусняшку на подушку из грецких орехов и поливаем медовым соусом из кастрюльки. Девушки, это блюдо – настоящая находка. Сладко, но не вредно для фигуры. Не нужны нам никакие пирожные. И с ними лишние килограммы.